Лёха эпичный. И волос на руках. Ну он же у нас грузин какой-то. Ну, армянин, армянин как минимум. Так, ну да. Слава богу, не визажист. Армянин визажист. Армянин визажист огонь. Блин, обожаю дождик. Открой рот и лови каплю. Да. Было дело. Когда-то. А что делать надо, кстати? Стелс это проходить. Ну, Хитман. Это не мое. Поэтому я и сказал, что глушаки нужны. Поэтому ты будешь стоять на пороге. Ну это скучно. Я не знаю. Ой, блядь, вот теперь вообще-то у меня был даже броника нет. О, неожиданно, блядь, прикиньте. Это было лобовое столкновение. То есть, а с деревом было не лобовое нихуя? Знаешь, а с дерева у меня не сняло. Ну, наверное, может, у нас просто Ваня самый хиленький. Да нет, у вас просто Ваня самый охуененький, и все. Охуевшенький. Ну, не без этого. Да кому тут нужен броник? Жми себе стелс. Блять, Олежка докатался, потому здесь не будет стрельбы. Пиздато выглядит на моей. В вашу сторону здесь стрельбы быть вообще не должно. Да, потому что если она есть, миссия фейл. Да, миссия бы сразу фейл. Так что не переживай, маленький. 500 баксов. И японская вода. Я помню, блядь. Потому что, блядь, раздраконили меня, понимаешь? Где? Блин, это так прикольно. Чёрт, для меня там миссия не начнется, да? А ты где? Да я, блядь, застрял, у меня точка застряла. Ты скользнулся немножко за рогу. Очнулся гипс, блядь. Я не поеду нахуй больше с вами никуда. Да чё, нормально едем, вон. Так, надеюсь, ты записываешь? Не-не, я не позволю замять тему с японской водой. Так, тут где-то... Ты не записываешь? Был съезд. А ёптать, блядь! Съехал. Так, погодите, меня тут недалеко. Наверное. Наверное? 3 километра. Говно прибыл. А? Да, ну подумаешь, но неудачно решил крутить путь, блядь. На что было поскользнуться, упасть. Очнуться гипсом. Да не, вроде без гипса. Да даже броник стал. Корнышу. Едь корнышу навстречу. Без мост уже почти. Снимем Лёшечке ХП. Не надо. Да. Давай. Сейчас вы еще прибьете друг друга и уже. Дивергент. Инсургент. Тихо, блядь! Лёха, что ты за говни едешь? Что нашёл, на то и что первое приехало? Не с этой стороны, не с этой. Лапы баклажан, блядь. Что это, блядь? Эти люди, блядь. Ой, ё, господи! Да сядь. Господи, что это сейчас за круги такие вокруг нас? Брейкданс вокруг машины. Так, а нам обратно. То есть туда, куда, в принципе, я и ехал. Да? Ой, нет. Как бы хуё знает. А точка? Вот. Ну да. То есть, в принципе, можно было там дальше Лёшу встречать. Да, мне можно было вообще не дергаться стоять на месте. Нас послали вокруг озера, по мне так можно было в ту сторону поехать. Ну, мне вот так вот, от лобовой мне только 1/7 сняло броника. Примерно. Ну, у нас лобовых-то было штук 8. Ваня у нас просто хиленький. Да, слушай, хиленький. Ваня, я тут пока ехал, я тут тоже сшибал немало. Блять, слушай, Кирюх, ну ты нахуй снизишь с руля, блядь. Иди в жопу. Зай, а ты реально не записываешь, да? Записываю, конечно. Пиздец. Опять. Не выкладывай это в сеть. Чё, мне нравится, я вообще доехал. Это срамота. Армянин-визажист? Отстань,
Армян-визажист. Чечен-визажист, вообще классно. Чевизажист. Ну, короче говоря, Зохан. Да, да. Кстати, такой угарный фильм. Охуенный фильм, я смотрел раза два, наверное, три. Конечно, дурацкий. Ну, блядь, ну, слушай, на расслабон перед сном вообще офигенчик. Слушайте, а у вас в темноте тоже, как у меня, практически ничего не видно? Нет, у меня светлее. Ты по что квадроцикл обидел, а? Просто я вижу только вот иногда вот огоньки. А так у меня просто темно. Блядь, слышь, ты слепой. Ты кто права выдал вообще? Его настройки монитора теплые и темные. Он слепошарый был. А нехер поворачивает. Тем более. Направо, ёпта. Ну, он не успел текстур погружаться. Пизда такой. Лада седа, а? Баклажан. О, господи. Ёп. А еще я сегодня слушал нейромонаха Феофана. А, это нормально. Не, прикольно. Да-да-да. Надо поле притоптать. Надо поле притоптать. Вообще, поржал. Машин, пойдем от них. Я тоже, когда первый раз слушал, я просто обоссался, блин. Сначала, короче, не вдуплил, потом погромче сделал, когда начал слова слушать, да и вообще там упадок упал. Я из машины выходить не буду. Окей, будешь ее пригонять. О, я знаю. Мы будем всех убивать, а Ванюша будет трупы убирать. Ну да сейчас. Гэ. А все, тревога. Кто-то стрельнул из не без глушителя. Так, раз. А давайте как-то это. А где инсургент, э? Все. Потом будет, все норм, не переживайте. Вот, пожалуйста, снайпер по глушаком у меня стоит. Че вам нравится? Два. Ну вот я вижу одного и второго. Надо снести обоих разом, да? Второй есть. Сейчас сюда внедорожник поедет, надо его будет вынести. Трупаки надо убрать. Их нельзя убрать. Их нужно просто выносить раньше, чем... Да. Фель. Так что... А я хотела немножечко Хитмана поиграть. Нет. Так, вперед, вот, смотри. Едет, по-моему. Сколько человек в машине? Двое. Так, вот как раз-таки там вот в машине. По-моему, мы его... Нет. Второй остался. А там они просто многие по двое стоят. Да, большинство по двое стоит. Поэтому стрелять надо вдвоем и сразу договариваться, кто кого вынесет. На раз, два, три? Да. И стреляем в одного. Не, договориться, кто правого, кто левого. Первого вижу. Есть второй. Ага. О, у меня РПГ с глушителем, давайте. Сейчас. РПГ с глушителем. Давайте пропустим уже все. А, ну у нас тут два трупа лежит. Чуваки, у нас чувак стоит. Короче. Готовьтесь убирать машину. Кто-нибудь скомандуйте, короче. Дозорного? Да, я уберу дозорного. Ну он спалил нас. Уже. Нет. Пиздите. Все. Нас машина спалила, еще не успев выехать. Да как? Это меня. Нет, написано Ваня.
РПГ. РПГ с глушителем понаберут тут? Да минус глушителем положить сюда и все. Контакт, ну. У меня еще миниган с глушителем. О, да, это охуенно. Особенно твой, это розовенький. Да. Он заводится так тихо. Ракету с глушителем сейчас свою рыженькую выпущу, вообще все отлично будет. Надо того все-таки с крыши снять. Там за ним машина стоит, в машине водила, блядь. Я уже пробовал. Первый сейчас, раз пускай сюда машина ближе выйдет. Да тут трупак на дороге лежит. Ну че, бьем? Ну! Все, вышел. Готов. Прям по курсу. Ну хорошо, давай попробуем. Это задолбали. Опа. Понял. Нет, мочитесь, мочитесь. Не-не-не. Не успели. Короче. Там что-то загорелось. Маша. Труба загорелась какая-то. Да схерали. Написано Маша. Опа. Кого? А чё они будут? Блядь. Понял. Схерали. Давайте, кто ближнего кидает? Дальнего, о, ближнего Кирюха. Давай, раз, два, три. Баня. Выносим? Да. Есть. Кирюх, снайпера, давай потом верхнего снимешь. Ой, блядь. А, или нет, или сначала мы его снимали. Я его всегда сразу снимал. Кстати говоря, он закурил в этот момент. Нагнулся. Вот. Есть. Стоячего видишь? Да. На счет три. Раз, два, три. Твою мать. Норм. Есть. Я левого, ты правого. Да. Раз, два, три. Есть. Тихо, 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 тихо. А-а-а. Я тут раз, блядь, выстрелила. Не, у меня другая, винтовка. Убойная сила маленькая. Фак. Чё, все равно задымилось? Нет, нет. У меня с первого раза просто не упал. Кстати. Блин, их там до хрена. Что в одном месте. Их там четверо. А может вернуться, нет? Двое. Можно обойти с той стороны. Кстати, а тяжелая снайперка пробьет двух насквозь? Может, в принципе. Ну, как вариант. Давай попробуем. Я вот могу докторов пробить. Доктора и кого-то там. А, ну и доктора и доктора. Слушай, я тут сейчас могу троих попробовать пробить. Ну да, такими темпами. Мань, короче, давай забирай охранника. Охранника. Сейчас, который справа стоит. А мы с Кирюхой сейчас им в ряд отдельным. Да. Так. Ну давай, давай пробовать на счет три. Раз, два, три. Есть. Осторожно, там кто-то идет. Идет сюда. И выносить его надо до того, как он тут будет. Все, я уже снял. Один остался. Одного нужно аккуратно снять, чтобы он меня не увидел. Я его сзади снимал, обходил. Есть. Да, это знаешь? Сейчас посмотрим. Ебучая змейка, да? А, понятно. Чё? Нажмите А через. Не торопись. У тебя 4 минуты есть, да.
Вчера подумала. Да стойте вы. Закрыто. Да стойте. О боже, фургончик. Мы поедем вот на этом говне? Это Хумани. Хумани. Да блядь, садись, господи. Все, дверьми не хлопайте. А, ну да, конечно. Развалится. Месть! Ваня, бронежилет! Господи, какой позор! Месть! Ну, Маша, улыбнись. Нет. А это, кажись, по нашей душе. А куда да. нужно да уехать? Да все, сейчас будет это. Улыбаемся и машем. Да, 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 да. Та-дам. Я, правда, в маске сижу. Все, и сейчас финалка. Двое будут летать, двое будут пехотой. Я пехота, я пехота. Прыгает с парашютом. Твою мать, нет, я летаю, я летаю, я даже не знаю, что хуже, господи. Маша, будешь стрелять? С парашюта? Со мной. Будешь стрелять? Давай, не знаю, мы с Лехой пехота, вы летаете. Да, 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 да. Ваня ведет, а я, короче, херачу из гранатометов там. Вообще нет, делать. Вот, потому что если я буду с парашютом, вы миссия будете будет на фейл. Валькирии летать. Отлично, миссия будет фейл уже на старте. Она хуевая. Потому что я убьюсь об землю, когда буду приземляться. Ну вот я один раз приземлился удачно, а второй раз я ударился этими стропами об столб. Да, стропами, так и яйками.